Та же судьба ожидает еще 13 построек. В поселке Косая гора, где проживает многочисленная цыганская община, идет демонтаж нелегально построенных зданий. Деревянные дома и сараи, возникшие здесь без каких-либо сопроводительных документов, будут ликвидированы навсегда. В поселке Косая гора происходит расчистка территории от незаконных строений. Совсем скоро здания, в которых жили люди, превратятся в гору мусора, которого и так здесь лежит в огромном количестве. Жители общины пытались унести вещи с места расчистки, которые считают ценными в самый последний момент. Для кого-то это, например, кусок металлического забора. Однако косогорские цыгане были предупреждены о работах задолго до начала демонтажа. В 2017 году уже были решения суда вступили в силу. В принципе, граждане знали об этом. И прежде чем сносить, приставы производят свои действия заранее, то есть дают им время на самостоятельный разбор строений. Несколько незаконных построек были возведены на земельном участке, который находится в собственности Яснополянского лесничества. Перед демонтажом все строения проверили работники спецслужб. В работе им помогали собаки, обученные на поиск запрещенных веществ. Все это время группа цыган неотрывно наблюдала за демонтажом, изредка вступая в споры с сотрудниками правопорядка. Кстати, год назад в поселке Косая гора уже проводились работы по демонтажу незаконных строений. Вскоре после этого представители табора возвели новые постройки. Не вырастут ли такие же дома через год, покажет время. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, новости Тулы.